Приветствую вас, мои дорогие зрители. В предыдущем видео я показывала, что мастер-шеф, была такая акция в Интермаше, и покупали посуду мастер-шефа. В общем, сильно она не отличается от других, конечно, сковородок моих. Но не пригорает пища, естественно. Вот, потому что антипригарное какое-то покрытие здесь. Вот. И сейчас я вот пассировкой занимаюсь, я делаю морковку, пассирую с луком и решила проверить, как она, испытать эту сковороду. Ну, естественно, после того, как помыла ее, понятное дело. Но вам хочу сказать, что, в общем, я довольна этой сковородой, но, конечно, это дорогое удовольствие, сковорода это. Потому что если учитывать то, что ну, сделана она красиво, все, но учитывая то, что вот такая брошюрка, я показывала, вот она, где марки вот надо было собирать, каждая марка стоит 50 злотых. То есть получается, вы приходите в магазин, покупаете продуктов там на 200 злотых или на 300 злотых, и вам дают, допустим, за 200 злотых 4 марки. И так вы собираете 30 марок.